Добрый день! Сегодня 6 октября 2018 года. И мы с вами учимся расшифровывать сны на ваших примерах. Елена Усатова. Добрый день, Ирина. Моей маме приснился сон, как будто она лежит в гробу, вокруг люди и цветы. Она со страхом им говорит: «Не надо меня закапывать, я еще жива». И от ужаса проснулась. Спасибо. К чему это сон? Да, у мамы псориаз воспалился с мая. Все обсыпало, ничего не помогает. Ходит раз в неделю к врачу. Ей снова новую мазь выписывают. Ничего, нет улучшений. И денег много уходит. Последний месяц у нее нервоз из-за этой ситуации начался. А вчера еще сильно палец обожгла. Психанула после этого. В эту ночь такой сон приснился. В гробу изменения какие-то все-таки должны быть. Хоть цветы, но тем не менее. Есть у меня, когда гроб, символ гроба идет. Рано еще закапывать. То есть рано еще опускать руки. Еще есть возможность исправить. Поэтому, а то, что она психует, псориаза идет от нервной системы в основном. Поэтому тут желательно где-то чуть-чуть спокойнее к этому отнестись. Посмотрите в интернете, может быть, что-то еще подойдет. Поэтому очень хорошо, конечно, на море съездить. Соленая водичка. Так, Кристина Крис. Здравствуйте, Ирина. Сон мужа. Он стоит на чердаке, смотрит вниз, а там много разных людей агрессивных, которые хотят к нему добраться. По стремянке деревянной. Он их сбрасывает. Одна – это жена моего брата. Почти залезла наверх, а муж столкнул ее, но упала на спину. Давние знакомые и мой брат оказались наверху, возле мужа, и обсуждали работу. Мой муж и мой брат работают вместе. Потом муж спустился вниз сам и видит свою сестру в черной блузке. Очень близкая, знакомая в белой блузке. Он хотел сестру поцеловать, поздороваться. Она как-то холодно отвернулась. Говорит, что ее мама заболела раком. Ирина, сон про замороженную змею. Сон в квартире моего брата. Крестник, который играл со змеей. И это мой брат. Вы говорили про какую-то... Не буду помнить, Кристина. Первый сон, давайте вот... Там не смогу. Уже очень много снов, поэтому не смогу вспомнить. Давайте здесь посмотрим. Здесь... Если работают агрессивных людей, много агрессивных людей, он поднимается вверх, понимаете, вот стремянки деревянные. Пускай деревянные, но тем не менее, вверх это всегда хорошее идет, но сбрасывает агрессивных. Значит, может быть, какая-то конкуренция идет по этому. Но дело в том, что жена брата, и они вместе работают. Поэтому здесь, конечно, вот что-то ее тоже не устраивает. Почти залезла наверх, а муж сталкивает ее, она упала на спину. Вот здесь, может быть, что-то между ними какие-то могут быть, будем говорить, взаимонепонимания. Ну и там дальше надо смотреть, потому что сестра, вот тут очень перемешана, жена моего брата, сестра, так не могу понять до конца. Но, тем не менее, там какая-то, я бы, что-то он, скорее всего, по работе и... людей, которые, будем говорить так, агрессивных, он старается, будем говорить, сбросить вниз. Так, Марина Мишина. Здравствуйте, Ирина. Мой сон. Я смотрю, как идут парень с девушкой. Она похожа на мою знакомую со старой работы. Вот теперь смотрите. Работа. Значит, ключевая фраза. Работа. Толкун в символе работы. Девушка идет, смотрит в ноутбук и не видит открыт люк с темной водой. Она туда проваливается. Я кричу, чтобы ей помогли. Рядом есть мужики, но никто ничего не делает. И тут из этой воды появляется мужчина, он тоже раньше туда попал. И он достает из-под воды какую-то женщину. Потом ныряет еще раз и достает эту девушку. Она еле жива. Так, Марина. Тут что-то с работы идет. То, что вы что-то можете не видеть, каких-то, какой-то опасности. Понимаете, открытого люка. Почему? Вы смотрите в ноутбук. Ноутбук – это информационная какая-то вещь. Информационная, и не видите опасности. Поэтому здесь девушка, она может провальный какой-то... Девушка – это то, что внутри у вас. Может быть, провальный проект какой-то. Может быть, еще что-то идет. Поэтому вы кричите, что помогли. То есть вы будете просить о помощи по работе. Но кто-то должен помочь вам. Помочь человек, который оказался тоже в такой же ситуации. Понимаете? Поэтому, я думаю, помощь должна прийти. Это связано с работой. Так, Агуль. Добрый день, Ирина. Приснилась машина, джип, оказываясь внутри, а там целая комната и знакомый человек из руководства на прошлой работе. Опять работа. Выглядывает бодро и молодо.
Мы общаемся, кокетничаем, потом целуемся, смотрю в окно. Зима приходит, сноха, тепло одета, к ней рядом мальчик-подросток, кажется, ее младший брат. Она сняла шапку и говорит, что ее муж, мой брат, пропал уже 1,5 месяца. Вот она его ищет. Он скоро найдет, да и денег у нее маловато. Сейчас как понять, сон про брата или про мою работу? Ее сноха, кажется, ее младший брат и мой брат. Ее муж, мой брат пропал. Поэтому про брата. Вы знаете, тут, скорее всего, идет на вас больше сон. По вашей работе. И это идет символично. Зима. Зима. Где-то что-то тут немножечко с деньгами туговато будет. Но где-то, может быть, месяца полтора. Муж, ваш брат пропал. Брат – это символ. Символ, ну, будем говорить, движения какого-то. Машина, джип. Джип вроде как нормальная, хорошая. Человек из руководства, бодро и молодо. Просто, может быть, период, потому что бодро и молодо – это неплохо. То есть руководство – это неплохо. Потом целуетесь, кокетничаете. Просто зимой, наверное, скорее всего, будет какой-то, может быть, или простой 1,5 месяца. Поэтому, и поэтому немножко, может быть, и финансовая сторона у вас может подкачать чуть-чуть. Но это будет 1,5 месяца. Алье, здравствуй. Мне приснилось, что мой любимый человек общается с 2 женщинами. В реальной жизни они не знакомы, но у меня они ассоциируются с разгульным образом жизни. И во сне они ухмылялись, смеялись, зло. Вот ключевая фраза «зло». Выделяем сразу жесткие символы. Смеялись и зло, ухмылялись. Сон толкуется сразу негатив. Потом как будто он сидит в черной машине. Черная машина тоже не очень хорошо. Движение, связанное с депрессией или с негативом. С друзьями выпивает что-то крепкое. Но выпивать может нервничать будет. В итоге они лежат пьяные до полусмерти серого цвета. Пьяные, полусмерть. Мне страшно, я кричу из окна на них. Потом ко мне приходит полиция разбираться в этом. Так, что-то с вашим любимым человеком где-то идет. Тут не обязательно разгульное, что ассоциируется разгульным образом жизни. Хотя, в принципе, может быть и у него период жизни или какое-то событие, которое могут быть связаны с разгульным образом жизни. Это не обязательно, что женщина. Это может быть, что он выпивает, что-то еще тут идет. И здесь какие-то события могут не очень хорошие произойти. Поэтому тут надо смотреть, который может потом, вот разгульный образ жизни, может привести, будем говорить, к какому-то негативу. Негативу. И потрепать очень хорошо нервы. Поэтому здесь вот ключевое. Мне страшно, выкричите из окна на них. Страх. Вот фиксация идет, что это сон негативный, его можно где-то предостеречь. Так, Ирина. Приснилось, как будто ко мне приехали родственники жить. Семья, муж и жена, 2 детей, близняшки, красивые мальчики. Уже, смотрите, красивые, уже на позитив толкуем. Скорее всего, что-то с родственниками, может быть. Вижу, что они по национальности казахи, со своим чайником ко мне приехали. Потом опаздываю на работу, спешу, собираюсь. Тут что-то связано, может быть, с работой. И, может быть, или семейный бизнес, или, может быть, связанное что-то с казахом, с казахами, понимаете? Может быть, здесь надо смотреть, где вы работаете, и что у вас происходит. По национальности казахи, что-то с казахами посмотрите. Но там все должно быть нормально. Марина Танич, Мариша Танич. Доброе утро, Ирина. Во сне сына, 8 лет, пригласили на день рождения. Он стоит, по-моему, в юбке и поправляет трусики. Они малы. Я им помогаю и вижу, что яички видно, причем не маленькие. Я даю ему другие трусы. Я открываю кошелек, чтобы дать сыну 1 000 подарить ему другу. А в кошельке на 1000 купюрах наши фотографии. Я ищу чистую. Нашла 1, и мы подарили ее другу. А его мама расплакалась, когда я говорила пожелание. Спасибо вам за помощь. Ну вот, смотрите, одни позитивы. Первое, что расплакалась хорошо. На 1000 купюрах ваши фотографии еще лучше по этому самому. То есть денежка должна быть у вас в кошельке. Поэтому, но тут вот и пригласить день рождения. Вот у вашего сына что-то начинается, какие-то новые, будем говорить, направления. Поэтому, которые может потребовать денежку. Денежку, понимаете? И вот тут вот какой-то дар у него может открыться. Подарок. Вот надо подарок, дар. Подарили ее другу. Поэтому здесь, скорее всего, может быть,
курсы или еще что-нибудь вот вашему ребенку, которое будет связано с 1000. Вот смотрите, может быть, 1000 будет, а может быть, это по времени, час времени может быть, поэтому тут надо смотреть. Но самое основное, он стоит в юбочке. Вы к нему относитесь, вот какие-то черты характера у него как бы может, или черты характера появляются как девочки, или вы относитесь к нему как к девочке, и поправляете трусики, они малы. И видите, яички, причем не маленькие, у него очень сильные мужские черты характера, они могут проявляться. И поэтому вот тут вот я даю ему другие трусики, то есть это неплохо. Почему? Потому что где-то вы можете переобуться, посмотреть. И тут посмотрите, тут начинается какой-то дар проявляться у вашего ребенка. Проследите за ним. Марина Автодичук. Здравствуйте, Ирина Станиславовна. Приснился сон, что на ноге черный прыщ. Я его придавила, и он сделался, увеличился как дынка. Он сделался, увеличился как дынка, потом разорвался и вышел из него как перел черный или как пыль, дым. Ну что-то такое. Нога сделалась на этом месте худая. Вроде как-то все вышло и в точках зеленых, как зеленая помаза. Зеленка помаза. И точка зеленая, как помаза. Не очень хорошо. Придавили, сделалось увеличено как дынка. Посмотрите, родинка никакая у вас там не растет. Почему? Потому что вот здесь вот желательно где-то ее убрать. Если почему? Потому что нога худая, не очень хорошо, и черный, как дым, пепел. Поэтому, если родинка начинает увеличиваться, убирайте ее, Марин. Дидар. Здравствуйте, Ирина. Помогите, пожалуйста, расшифровать сон. Мне приснилось, что я лежу во дворе на земле, смотрю в голубое небо. Вдруг вижу, что летит из глубины неба все ближе и ближе. Вижу, что это белая футболка с надписью на груди на иностранном языке. Я подумала, хорошо было бы, если бы она упала рядом. Она упала недалеко от меня. Она летела в развернутое видео, упала сложенная. В нее были завернуты то книга или папка белого цвета. Я не открывала ее, но знала, что она на иностранном языке, что она должна мне помочь расшифровать надпись на футболке. Но футболка – это, может быть, спорт. Может быть, вообще футбол, вы занимаетесь футболом или кто-то. Тут надо знать, какие события у вас есть. Футболка еще может обозначать, вот будем говорить, какая-то соревновательность может быть. Все ближе, ближе, ближе. Которая... И может быть, на иностранном языке. Здесь может быть конкуренция какая-то. Может быть, с вами иностранной какой-то фирмы. Поэтому что-то складывается. Пока летела в развернутом видео, а упала, сложилась. И книга. Может быть, какая-то конкуренция, потому что футболка – это когда люди, будем говорить, соревнуются друг с другом. Поэтому и там, скорее всего, иностранная, может быть, фирма. Может быть, именно вот с этим. Тут надо посмотреть, если бизнес у вас, может быть, здесь. Хотя, может быть, просто простая вот вещь, упрощенная, что футбол, вы собираетесь ехать на футбол. Поэтому, чтобы поближе было. Такое тоже может быть. Тут надо просто смотреть, что какие события. Видите, как... Тут надо смотреть, какие события происходят, дополнительные события. Поэтому, когда я толкую сон, вот платные сны у меня сейчас идут, объявление повешу, есть, которые я всегда уточняю, этот или этот, я всегда пишу, что будут дополнительные вопросы. Будьте готовы к дополнительным вопросам, чтобы более точно уточнить эту самую информацию. Почему? Потому что вот здесь вот в каком направлении, вроде бы как и понятно многие вещи, но в каком направлении мне надо толковать сон. Кристина Крис. Добрый день. Приснилось мне, как две бойцовские собаки набрасываются друг на друга. Другой сон. Иду мимо бойцовской собаки, она на привязи. Собака на меня лаяла, потом сорвалась с цепи, но я успела забежать в подъезд и закрыть ворота, решетка. И мне помогла какая-то незнакомка. Бойцовские собаки набрасываются друг на друга. Это может быть или родственники, или знакомые. Ваши хорошие знакомые, понимаете? Вплоть до того, что это может быть мужчина, который претендует на вашу руку. Такое тоже может быть. И они могут набрасываться друг на друга. То есть они ругаются. Идут мимо бойцов собаки, собака на вас лаяла. То есть сорвалась с цепи. Здесь может быть агрессивность со стороны какого-то мужчины, бойцовское телосложение. Но здесь вы сможете где-то отбежать, убежать, спрятаться и все остальное. И помогла незнакомка, незнания какие-то. То есть вы какую-то информацию до конца не получили. И это может быть даже неплохо. Николет Орлова. Добрый день, Ирина. Подскажите, пожалуйста, сижу в тесной комнатушке, как в дверях появляется мужчина, которого я любила. Увидела его, я начинаю рыдать и ухожу из комнаты. Иду и горько плачу, а он идет следом за мной. Часто снится он,
И по сюжету неожиданно приходит всегда, обнимает меня крепко. Спасибо большое. Так, здесь я всегда просто рассказываю. Появляется мужчина, которого любили. И рыдать. Рыдать очень хороший символ. Поэтому и горько плакать тоже. То ли толкуем только на позитив. Мужчина идет следом за вами. Мужчина, которого вы любили, которого вы любили. Вполне возможно, что появится мужчина, который вы опять будете любить его. Поэтому такой же мужчина, который будет вам нравиться. И он будет идти за вами следом. Поэтому здесь все хорошо. Контакт со временем будет достаточно близкий, потому что обнимает меня крепко. Поэтому здесь, если вы замужем, значит, это может быть любовник. Если нету мужа, значит, это мужчина, с которым может быть достаточно тесная связь. Кристина. Здравствуйте, Ирина. У меня вопрос по расшифровке снов. Мне приснился следующий сон. Вижу свою квартиру, вижу стену между двумя комнатами и дыра. По ощущениям понимаю, что в квартире были воры и что-то искали в стене. Далее я смотрю через это отверстие в стене из одной комнаты в другую и вижу, что в другой комнате на диване лежит моя бабушка. В реальной жизни она жива, за ней ухаживаю. И у бабушки перерезано горло, на горле кровь. Во сне она не мертва и смотрит на меня, и что-то вроде сказал, но не помню. Далее я хочу вызвать скорую и милицию, скорую помощь. Вот какая-то скорая помощь, это здесь какая-то помощь требуется. Скорее всего, вашей бабушке или какому-то родственнику кровь. Понимаете, вот кровь. Воры что-то забрали. Может быть, здоровье забрали. В стене дыра тоже очень плохо. Поэтому тут может быть диван. Диван – это обычно это символ времени. Это может быть выходные дни. Поэтому вот тут вот какая-то скорая помощь нужна. Если бабушка у вас какими-то заболеваниями болеет, дайте ей таблеточки на выходные дни. Сейчас идет переустановка, будем говорить так, не очень хорошая. Почему? Потому что тут может быть и давление, и все остальное может быть очень скакать. Сейчас идет такие перепады температур, что может скакать давление, может обостриться какие-то заболевания и все остальное. И вот тут одна из этих самых отверстий в стене. Здесь сразу нужна обязательно помощь. А милиция, вызвать милицию, это закон. Вот космический закон в любом случае работает. Татьяна Калмакова. Ирина, здравствуйте. Приснилось, что я разговариваю с ней со знакомой, а у меня полный рот слюней. Они вытекают изо рта, я вытираю их рукой, не прекращаю говорить, чему это, чему снятся слюни. Слюни есть, когда первое. Вот давайте посмотрим, чего слюни снятся. Тут я не могу сказать, знак какой-то у вас, ее полный рот слюней. Слюна – это информация, которую вы можете давать или которой у вас есть уже эта информация. Информация тут может быть иногда, не прекращайте говорить. Здесь может быть и к сексу даже, может быть. Почему? Потому что есть не оральный, не обязательно оральный секс, потому что рот может символизировать иногда и влагалище, может быть, поэтому. Поэтому тут может просто элементарно, что у вас идет, ну, будем говорить так, гормоны подпирают. Такое тоже может быть. Поэтому и здесь какая-то информационная вещь. Хотя, может быть, не обязательно это. Разговаривайте со знакомым, знак идет. Слюни очень часто снятся к тянущейся какой-то информации, может быть, которая будет тянуться, тянуться и тянуться. Такое тоже может быть. Ну и первое толкование тоже, потому что полный рот слюней. Это, может быть, подпирает, будем говорить так, гормоны. Так, Елена Краснова. Ну, все мы взрослые люди, поэтому тут надо смотреть. Елена Краснова. Здравствуйте, Ирина Станиславовна. В последнее время вижу часто во снах театр. Вот и сегодня приснился, будто я с какой-то девушкой в театре, а билетов у нас нету. В театре было холодно, я ее повела на второй этаж и начала там вытирать везде пыль. Потом она опять повела меня на первый этаж и опять чувствовала там холод. Дорогая Ирина, ну, дальше спасибо, поняла. Так, Лена, вот смотрите, театр. Сценарий какой-то должен у вас происходить сценарий. Но вы почему-то рановато, с прошлого идет. Смотрите, вытираете везде пыль. Я ее повела на второй этаж. То есть где-то движение какое-то идет. Но тут может быть театр. Театр – это билетов у вас еще нету. Понимаете, еще рановато каким-то событием или сюжетом проявляться у вас. Но они идут с прошлого. И может быть какая-то женщина, девушка, которая может быть с прошлого быть, пока билетов нету. Поэтому вот тут вот холод опять, рана.
холодно-горячо, рано. Рано, не надо где-то события эти притягивать, они придут в свое время. Поэтому здесь показано, билетов нет, холод, и здесь стоит то, что вам пока было холодно, и там холодно. Так, Анастасия Бодрова, спасибо вам большое, Ирина. Пожалуйста, Настя. Добрый день, Ирина. Приснилось два коротких сна. В первом меня кусали мухи в лоб, во втором мы лежим с мужем в постели, а рядом с нами какая-то женщина с очень большими грудями. Очень вам признательна, спасибо за расшифровку снов. Настя, первое, кусали мухи в лоб. Мухи, как правило, очень часто бывают к зависти. Очень часто бывает, когда люди завидуют. Завидуют, может быть, лоб, что это такое? Может быть, вашему уму, может быть, вашей смекалке, может быть, еще с чем связан лоб. Лоб именно вот, может быть, именно вот с этими связаны. И кусать. Кусать это всегда не очень хорошо. Почему? Потому что, ну, это зависть. Зависть, которая может причинять вам боль. А втором, с мужем в постели, когда вы с мужем рядом находитесь, рядом с вами находится женщина с большими грудями. Что это такое? Это очень женщина, которая очень сильно может переживать за вас, которая может дать вам теплоту, уют, доброту. В груди всегда это очень хорошо. Поэтому символ идет именно вот как бы с этим. Извиняюсь, у меня самое выключился свет. Почему-то у нас по всему городу выключился. Поэтому, ну, как раз я и закончила. Все, до свидания. Переписывать ролик не буду. Пишите, пожалуйста, мне. Поэтому все, до новых встреч. Видите, как хорошо я закончила. Ночь у нас.